Доброго времени суток, видеообзор на iPhone 6s Plus на 64 гига. Телефон внешне в разбитом состоянии, разбитый конкретно правый верхний угол. На работу никак не влияет, телефон в данный момент включается. Также сигнализирую, что Touch ID на этом телефоне не работает. И не только Touch ID, кнопка тоже не реагирует, поэтому есть такой джойстик, который может показать полностью всю, весь функционал. Далее, соответственно, аккумулятор у него обмененный, 99%. Сам телефон действительно 6S Plus, Ростест на 64 гига. Зарядка у данного телефона идет, зарядку он видит. Камера основная, камера фронтальная. Также видео, ну и звук на видео. Фокусировка отличная. Wi-Fi сеть видит, подключен. Также проверка дисплея, трещины никак вообще на дисплей не влияет, фантомных нажатий нет. Ну и вставим сим-карту, проверим, видит он симку или нет. Да. Сим-карту он видит, определяет МТС, ЛТЕшку сразу ловит.